Делегации Чувашии побывала в северной столице России. Повод – исторический – подписание соглашения о сотрудничестве нашего Дома дружбы народов с Домом национальностей Санкт-Петербурга в рамках проведения Дня чувашской культуры. Ассамблея народов Чувашии – молодая организация. Она появилась меньше 2 лет назад, но за это время удалось сделать очень многое. В частности, открыт Дом дружбы народов, объединяющий представителей 128 национальностей, проживающих в нашей республике. Мы можем гордиться, что у нас Дом дружбы имеет амфитеатр, выставочные залы, конференц-залы. Это один из современных объектов для развития творчества именно всех народов, которые проживают в Чувашской республике. Мы храним, любим друг друга, оберегаем культуру народов, традиции. Это истинный патриотизм, любви своей родине. Делегация из Чувашии под эгидой Министерства культуры приехала в Санкт-Петербург по приглашению Чувашского культурного общества. Программа оказалась очень насыщенной. Художественная выставка «Волжские зори над Невой» объединила художников, уроженцев из Чувашии, проживающих в северной столице. Были показаны лучшие спектакли Чувашского академического драматического театра, такие как «Не сыграть ли свадьбу» и «Константин Иванов». Программа включила творческие встречи и обсуждения. Прекрасные костюмы, какие замечательные коллективы нас встречали, когда мы поднимались по лестнице. Чувашская культура – это одна из самых самобытных, ярких культур. В том году у нас прошел совместный праздник Икату, и в этом году мы продолжим эту традицию. Чувашское землячество Санкт-Петербурга – одно из самых активных объединений земляков в городе. Регулярно проводит научные, общественные и национально-культурные мероприятия, организует встречи и концерты и является мостом культурного обмена между регионами. Подписанное соглашение – важный шаг в развитии этнокультурных связей между Чувашским домом дружбы народов и Домом национальностей Санкт-Петербурга. Татьяна Филатова, Республика.